Всем привет! Сыграем в симулятор сборки ПК. Для начала откройте электронную почту на своем компьютере. У двери вам письмо. Привет, и извини, что мастерская в таком состоянии. И спасибо еще раз за то, что берешь ее на себя. Пока не забыл, дела идут откровенно плохо, так что денег на банковском счету у компании нет. Каждый месяц будут приходить счета за аренду электричества. Так что лучше отложить деньги на оплату заранее. Приложил письмо. Там работа поможет хоть с арендой разобраться. Не забывай про термопасту, когда ставишь процессор. Я вон постоянно забывал. Комп грелся как чайник. Вроде бы все. Это теперь твоя контора. Так что вперед. Руководи, не повторяй моих ошибок. Твой любящий дядюшка Тим. Скриптом. Я стрельнул 15 баксов на бензин по-братски. Так, мы перейдем тогда к первому заказу. Тим, привет, помоги, а? Компьютер тормозит, может, я нажал что-то не то, и там теперь вирусы. Спасибо, Гарри. Работа $100. Затраты $0. Задача, удалить вирусы. Давайте приступим к выполнению первого задания. Смотрим на компьютер. Ставьте USB-устройство. Для того, чтобы установить антивирус, нужно ставить USB-устройство в заднюю часть компьютера. Вводите в инвентарь кнопка 1 или установить. Выберите USB-устройство и вставьте его в USB-порт. Включите компьютер. Чтобы включить компьютер, нажмите кнопку P или питание. Щелкните по монитору, чтобы запустить ось. Зайдем в BIOS, посмотрим, что комплектующие установлены. Celeron Dual Core G390. Дата выхода 2014 год. PCIe 3.0. Интерфейс подключения. Два ядра, два потока. Сокет 1151 Intel. Энергопотребление 51 Вт. Со встроенной графикой 510. Для игр по типу Dragon Age FIFA 15. Связка с видеокартой 750 Ti на 4 гигабайта с интерфейсом подключения PCIe 3.0. Разгон оперативной памяти в игре только, которая ничего не меняет, особенно в начале игры. Установим антивирус. Рабочий стол абсолютно пустой. Можно отойти и рассмотреть системный блок, пока компьютер перезагружается. Удаляем. Вирусы удалены, и компьютер можно смело возвращать клиенту. Поднимите его и вынесите в зону доставки. Легкие деньги, всего лишь проверка на вирус без трат. Дело сделано. Вы справились со своим первым заданием. Браво! Возможно, завтра будет еще работа. Здравствуйте. Недавно я собирал компьютер и забыл, какой блок питания купить для поддержки 38, который я только что установил. Так, можно сказать только тот, кто не использует мое новое приложение Cloud Notes. Синка забывает что-нибудь, нужно где-то отметить то над тем, чем вы работали. Тогда попробуйте Cloud Notes. Это отличное приложение, в котором вы можете писать заметки для сборки компьютера и пересматривать их когда угодно.
что-то вроде блокнота на Windows. Перейдем к установке. Перезапускаем компьютер. Допустим, можем написать заметку для себя. Тим рекламирует свой сайт. Правда, ссылка не работает. Перейдем к следующему рабочему дню. Скорая компьютерная помощь Тима. В будущем можно будет переименовать. Завершите день. Рекомендую проверить перед возвращением домой. Точно ли вы заказывали на завтра комплектующие?